старый капитан, что у меня есть корабелла. Кренясь под ветром круто, мелькнет седое утро, и проглядеть ее нетрудно. Важен азарт, соревнования, ветер, вот это жизнь, природа, единение с парусом, управление ветром. Я поймал ветер в мешок, да, и он меня тащит вперед. У нас же нет ни на одной яхте мотора. И всегда спрашивают, а как так, а вот так. Это придумал человек, управлять парусом. Я никогда себе даже не представляла, что я когда-то буду руководить каравеллой. Потому что в моем сознании был вот этот образ столпа отца-основателя, величайшего, конечно, гения, человека с большой буквы, мастера, учителя. И когда в 1991 году прекратилось существование пионерской организации, а мы тогда уже жили одной семьей, поженились мы с Павлом Владиславовичем Крапивиным в 1989 году, в 90-м дочка у нас родилась. Ну, то есть, в общем, как-то это все было внутри семьи. А каравелла – это неотъемлемая часть, на самом деле, семьи Крапивиных. И вот когда стало понятно, что рушится страна, да, собственно, вообще рушится вся жизнь, нет каких-то… Нет практически никакой поддержки, нет понимания, что будет дальше. И в этот самый момент вот оказалось, что моя та энергия, задор, как он говорил, пионерская хватка, ну вот да, это его было, у тебя, говорит, столько силы, столько энергии, столько вот этого пионеринга в тебе. Вот это все сработало на начальном этапе, еще было отчаяние, еще было очень такое непростое детство на визовских здесь улицах. До того момента, как я пришла в отряд, я вообще была очень непростым таким подростком. Но я всегда поражалась, конечно, тому, насколько был прозорлив командор, насколько многие моменты он чувствовал интуитивно и об этом предупреждал, и этому меня тоже учил. Командорство – это образ жизни, это не профессия и не работа, это круглосуточная пахота, я бы так сказала. А еще это понимание того, что ты не просто отвечаешь за детей, ты несешь им некие базовые ценности.
ты показываешь им пример, вдохновляющий их на подвиг, на изменение себя. И вот это все, когда у него появляется в жизни, когда дети становятся самостоятельными, уверенными в себе, когда они становятся ответственными, сопереживающими, это все показывает нам, что мы движемся правильным путем, и этот путь вот уже 60 лет. Когда прогонит ветер тишину, когда по ветру вытянутся флаги, взлетит звенящий корпус на волну, и став силе упруго выгнут штаги. Забудь береговую суету, теперь за руль парус ты в ответе. Тебя поднял в ладонях на лету проснувшийся июльским утром ветер. Важно научиться победить в себе зверя и разбудить человека. Человека, который добрый, который ценит настоящую дружбу, который может заботиться о другом, который готов помочь другим людям. Вот это важно, и это, я считаю, что самое главное, то, что дает отряд. Стремление обидеть, у них одна задача на земле, лететь над нашим миром неустанно. Детство – это очень важный период жизни, в жизни человека. И это не подготовка к жизни взрослого человека, как нам пытаются иногда внушить. Это очень важный период становления и понимания, обретения своего пути. И каждая встреча с настоящим педагогом, с настоящим учителем, она очень многое показывает ребенку. И для нас то вот самое главное, что он идет и движется сам, и развивается сам. И если вот это у него понимание есть, значит, тогда однозначно мы считаем, что победа за нами. Вот все, всему тому, чему мы противостоим, он тоже начинает противостоять сам. И самый главный результат, вот для меня, по крайней мере, я всегда это говорю нашим детям, мне не важно, как вы себя ведете, когда я рядом. Очень важно, как вы будете себя вести, когда меня рядом не будет. И вот если вы будете вести себя так же, как будто я рядом, значит, моя миссия как учителя выполнена. Ты знал, на что идешь, теперь держись, во время школы дом сменять опасно. Поэтому моя вера, она со мной. Да, я за возрождение храмов и за строительство храма Святой Екатерины, потому что это отдельная тема, семейная тема. Мой родной дед, которого звали Костивских Александр Николаевич, он видел, как взрывали храм. Он рассказывал мне, я была еще маленькой девочкой и очень переживал. И я видела первый раз вот пожилого человека, который плакал, когда он говорил, что храм взрывали трижды. Что первый раз он не взорвался от того заряда, который был заложен. Второй раз по нему пошла трещина, и повылетали все окна в соседних домах. А наш родовой дом, он стоял на 9 января, то есть недалеко, и у них тоже выпали стекла, то есть они потом их сами вставляли. И весь город, ну, как рассказывал дедушка, что весь город был там. И люди плакали, люди просили, люди говорили, не надо взрывать. Но вот росчерком пера представители власти, новой власти, приняли такое решение. И когда его все-таки взорвали, понимаете, вместе с ним ушел дом, который стоял поблизости. То есть он тоже взорвался. Ну, они, понятно, к тому времени отселили уже оттуда людей, то есть людей там не было, но все равно вот сам факт этого, на мой взгляд, такого бесчинства городского, о котором предпочитают почему-то не говорить и не рассказывать, он все равно сохраняется в памяти горожан. Вот. И в этом плане я как наследница, как рупор, может быть, моего деда, прадеда, моих детей, я об этом говорю. И тогда, когда, да, была очень непростая вся эта история, но я не знаю, вела ли меня вера. Мне кажется, здесь... Я об этом, честно говоря, не задумывалась, что меня тогда сподвигало, да, приходить каждый день туда, вот, в сквер, разговаривать с людьми, высказывать свою позицию, потому что, да, там обрушилась прям волна негодования. Но для меня было важно
сказать, что храм нужен этому городу. И храм нужно возрождать. Но еще один момент, он меня тоже очень сильно напрягает, я тоже о нем скажу. Он тоже связан на самом деле с верой. Я считаю, что вот площадь 5-го года, которая у нас сейчас, дорога главная, находится на захоронении, что это тоже очень неправильно. Ну, на мой взгляд, все-таки в центре города всегда хоронили самых почетных и уважаемых людей. И когда эти останки до сих пор не преданы земле, и все опять же делают вид, что ничего не происходит и нет никакого бывшего центрального главного храма городского, его не было, он был, и было кладбище, и нужно тоже каким-то образом этот вопрос решить. Конечно, жить абсолютно без конфликтов, во-первых, неинтересно. Во-вторых, не получается, да? Но находить пути договора, пути сотрудничества и пути какой-то совместной такой общей работы, общей жизни в этом городе всегда получалось. Вот это тоже уникальная такая особенность. Поэтому для меня город Святой Екатерины – это прежде всего площадка сотрудничества. Там, где мы можем очень многое поменять при помощи самих людей. Потому что каждое мгновение в этой жизни уникально. Вспомним про тех, кого злыми поверьями дома сдержать не смогли. Кто начертил нам гусиными перьями? Если мы будем больше говорить с ребятами про то, что на этой земле рождаются новые сюжеты, новые путешествия, новые приключения, новые открытия. Это во многом определит и будущее этого города. А еще я бы все-таки не забывала одну простую вещь. В каждом взрослом живет мальчишка и девчонка. Важно научиться договариваться, научиться сотрудничать, научиться быть вместе и жить в этом городе, который я вот очень люблю, потому что это мой город. В море ярости огненный след.